Привет, меня зовут Эд, и сегодня я продолжаю записывать для вас самые прикольные житейские хитрости, советы и фишки для вашего дома. Многие хозяйки сталкивались с такой проблемой. Овощи, купленные на базаре или в магазине, очень быстро начинают терять товарный вид и вянуть. Сегодня мы поговорим о способах, как сохранить некоторые овощи в первозданном виде. Если у вас стоит картофель, как уберечь его от быстрого прорастания, особенно весной и перед летним периодом. Для этого необходимо просто вместе с картофелем разложить наши яблоки. Хорошо, если это будет какая-то коробка, чтобы яблочный аромат не так быстро улетучивался с места хранения картофеля. В яблоках содержатся специальные ферменты, которые не позволяют картофелю прорасти. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. Всем удачи и до новых встреч на моем канале.